Всем привет! Я представляю вашему вниманию старенькая надежная клавиатура под названием Электроника БК0010. У меня, если честно вам сказать, впервые такой еще никогда не было. Это первое и, надеюсь, не последнее. Обратите внимание на вот эти вот кнопочки. Они как типа сенсорные. Вот клееночка тут чуть-чуть, вот видите, загнутая, может что-то упало или что-то где-то зацепилось. А под клееночкой вот как наклеечка. Значит, она вся пластиковая. К сожалению, больше к ней ничего нет. Вот она у меня одна. Никаких проводов, никаких системных ящиков, ничего. Значит, вот раз выход, два выход и три выход. И еще два разъема. Вернее, три гнезда и два разъема. Клавиатура. 1986 года. Цена 600 рублей. Вы представляете, 600 рублей. Это космические на то время деньги. И вот же она, зелененькая печать. Я не стал ее вскрывать и распечатывать. По запросу, если кто-то пожелает, чтобы я ее распотрошил, я это только сделаю по запросу. А так не буду вскрывать ее, показывать. Что там, там и так все ясно. КН-конденсатор, позолота и всякое остальное. Но тут еще есть вот такой вот бонус-плюс, можно, наверное, так сказать. Я такого еще не видел. Отсек. Открываешь, такая дверька. А здесь он сразу на тебя золото смотрит. Смотри, видишь. Микросхема. КР-181. РЕ-2, 86-й год. И он еще пуск. Вот так она вот походу включается. Пуск. Чик-чик, стоп. Очень прикольная. Очень такая вот яркая. Дверька открывается. Дверька закрывается. Сегодня этот девайсик у меня в продаже. Обратите внимание, вот еще здесь на разъеме заглушка стоит, а на втором ее просто нет. 600 рублей. Это да, очень серьезные денежки были. Вот она, красоточка. Ссылочка в описании, и она у меня уже сегодня в продаже.